Алло, Алексей, здравствуйте. Да, здрасте. А я так еще подрасчитал, говорит. Алексей, это Даниил Яковлев, компания «Газпром Инвест». Я что-то не смог до вас дозвониться. Ну, вы не... У меня... Перебой со связью. Вы не смогли дозвониться, потому что вы не звонили. Вы знаете, я вам набирал, но у меня что-то звонок до вас не доходил. Я вот хотел поинтересоваться, это у вас у вас какие-то перебои со связи, либо у вас все-таки? Да нет, все нормально. Я понял, Алексей, вы на данный момент уже освободились? Удобно говорить? Ну, я вообще в электричке еду. Ну, давайте, да, поговорим. Да, хорошо, Алексей. Подскажите, пожалуйста, для начала, а вы пришли к нам по рекламе или уже по рекомендации? Да, это совершенно случайно получилось. Я просто с приятелем что-то разговаривал на эту тему. И залез в интернет, думал посмотреть, что это вообще такое. Просто так получилось просто, вот случайно. Я понял. Вот, то есть вы зашли, а вы искали именно для себя инвестирование, то есть, ну, хотите начать инвестировать, я правильно вас понял? Ну, давайте мы начнем разговор с того, что я в этой теме вообще ничего не понимаю. Вот, вообще ничего. Вот, прям ноль. Мне нужно все, вот, чтобы вы мне объяснили все прям с самого начала, от и до. Да, хорошо, Алексей, но вы, я так понимаю, больше, значит, пришли все-таки за опытом в данной сфере. Либо же хотели бы все-таки зарабатывать. Ну, естественно, и зарабатывать хотелось бы, опыт. Ну, и опыт, и зарабатывать, да. Хорошо, Алексей, смотрите, но в целом, что такое инвестиция? У вас понятия есть, то есть, вы понимаете, каким образом это работает? Ну, чисто в теории, да. Сегодня давайте перейдем к хорошей практике. То есть на данный момент вам в целом доступны два варианта инвестиций. Первый — это будет микроинвестирование, второй — это инвестиция уже в более крупные проекты, такие как Ямал, Сила Сибири, Северный поток и Турецкий поток. Я так понимаю, так как ранее опыта у вас. Что вы говорите? Я молчал, я вас слушаю. Я понял, Алексей. Смотрите, в целом, но так как ранее у вас опыта не было, я бы вам лично рекомендовал начинать с малого, то есть микроинвестиции. Смотрите, извините, одну секунду. Я вот на старой работе с фуры солярку сливал и другу продавал. Это считается как опыт продаж или нет? Ну, как просто продажа, это может быть и считается, но это никаким образом не относится к торговле на финансовых рынках. Я думаю, вы это сами понимаете. Не, ну я понял. Не, ну просто все равно же как-то продажи, что-то так. Ну ладно, все, хорошо, я вас слушаю, просто я... Да-да-да. Вообще, я думаю, начать с какого-то микроинвестирования, потому что, ну, сразу, как говорится, в такое большое море, как сказать, прыгать не хочется. Оттолкнуться от чего-то такого, от минимального, от начального. Ну. Да, хорошо, Алексей, я вас в целом услышал. Давайте тогда более подробно пройдемся по микроинвестированию все-таки. Да, да. Микроинвестирование. На ваше имя открывается торговый счет, на который будут копироваться все сделки, совершаемые компанией «Газпром». То есть нашего торгового счета будут переноситься на ваш. Происходит это в автоматическом режиме, поэтому на данном этапе от вас особых усилий и умений требоваться не будет. Но также помимо этого мы закрепляем за вами финансового аналитика, который будет для вас, грубо говоря, как учитель в данной сфере. В дальнейшем, если же вы захотите идти в более крупные инвестиции, мы разработаем для вас индивидуальный бизнес-план, по которому вы будете работать. Ну, я так понимаю, на данный момент крупные инвестиции вы трогать не будете. То есть, хотите все-таки начать с самого начала, правильно? Ну, конечно, естественно. Конечно, да. Лучше с самого минимального, с самого начала и уже по поступающей наверх. Да, хорошо, Алексей. А в целом, если сначала хотел бы уточнить все-таки, что мы не благотворительная компания, вы же это понимаете? Ну, естественно. Все хотят деньги зарабатывать. Да, соответственно, наш интерес это будет 10% от вашей заработанной прибыли при вашем выводе. То есть, к примеру, вы заработали 10 тысяч рублей,
вы выводите их на карту, у вас будет автоматическая комиссия в размере 10%. Соответственно, 9 тысяч рублей вы получаете на карту, 1 тысяча рублей приходит к нам в компанию. Вас это устраивает? Ну да, конечно, конечно. Да, замечательно. Алексей, сумма инвестиций при микроинвестировании начинается с 19 700 рублей. Заработок с этой суммы составляет от 500 до 1000 рублей в день. В день? Вот устроить такой дополнительный доход. Да. Ну да, это неплохо. Да, хорошо, Алексей, давайте тогда более подробно вам все-таки объясню, каким образом это будет происходить. Угу. Ваши заявки предварительно на ваше имя, фамилию, номер телефона и электронную почту за вами будет зарезервирован торговый счет. Угу. Я вам предоставляю доступ к вашему личному кабинету, где вы будете отслеживать все ваши торговые сессии. Также подбираю вам терминал для того, чтобы вы могли пополнить свой торговый счет. В зависимости от того, клиентом какого банка вы на данный момент являетесь. Я буду вам подбирать терминал, чтобы у вас была самая минимальная комиссия, либо она вовсе будет отсутствовать. То есть я предоставляю вам доступ к терминалу, вы на него заходите, пополняете свой торговый счет на 19 700 рублей, после чего я передаю ваше дело в финансовый департамент. Там с вами связывается один из финансовых аналитиков, с которым вы в дальнейшем будете работать. С ним вы проходите процедуру верификации по вашему паспорту, затем вам будет предложено... Какую, простите, дефекацию? Процедуру. Процедуру верификации по вашему паспорту. А, я понял. Не, я просто в электричке еду, просто немножко связь заикает, мне показалось. Так, ладно, смотрите, вы что-то немножко разогнались. А где будет открыт этот счет? Вот давайте начнем с этого. Где открывается этот счет? Как будет счет происходить? Торговый. Да, да, давайте сначала про торговый счет, да, поговорим. Торговый счет за вами был уже зарезервирован по вашей заявке в нашей компании. Я вам предоставляю доступ уже именно к вашему личному кабинету, где находится ваш торговый счет. И в целом вы будете осуществлять свою деятельность, то есть открывать торговые сети и также их закрывать. Так. Но банально вы будете заниматься спекуляцией на финансовом рынке. То есть купля-продажа акций, либо ставка на валютные пары. А что, простите, торговый счет открывается просто по фамилии, имя, отчеству и номеру телефона? А если, допустим, человек с таким же, с такой же фамилией? Ну хорошо, а где он открыт вообще? Он в каком-то банке или в какой-то организации? Где он вообще открыт, вот этот торговый счет? Просто, чтобы понимать, он застрахованный, он... Открыт конкретно в нашей компании, но я вам не зря говорю про процедуру верификации по паспорту. То есть при прохождении процедуры верификации по паспорту мы будем 100% уверены, что вы – это вы. Так а я вам никаких паспортных данных изначально не давал. Как вы будете знать, что я – это я? Я вам и говорю, что если вдруг вы решите нас обмануть, и вы не являетесь собой, то есть мы по вашему паспорту уже это будем видеть. Соответственно, вам возвращаются ваши инвестиции, мы с вами возвращаемся, к сожалению, но дальнейшее наше сотрудничество будет невозможно. Я, нет, подождите, вы меня, наверное, не совсем поняли. Я вам в данный момент, вот на сайте, я не предоставил никаких паспортных данных, правильно? Я никакие документы со своими паспортными данными я не подписывал. То есть как мы будем проходить процедуру верификации по моим паспортным данным, если вам не с чем сверять мои паспортные данные, которые я вам назову? Понимаете? Я вот что имею в виду. То есть я могу вам, допустим, сказать, что... Вы данную процедуру будете проходить не со мной, вы данную процедуру будете проходить уже в финансовом департаменте. И смысл не важно с кем, с вами или с финансовым департаментом. Сам вопрос остается висеть в воздухе. Почему он остается висеть в воздухе, если мы будем конкретно уже после данной процедуры понимать, что вы – это вы? Потому что вы будете проходить идентификацию ваших паспортных данных. То есть мы будем удостоверяться в том, что вы действительно являетесь Алексеем Дмитриевичем, как минимум. Но фамилию вы, к сожалению, свою не указали. Ладно, хорошо, я не совсем понял, но мы вернемся к этому вопросу попозже. А где компания ваша вообще находится? Как вот мне... Это все замечательно.
Где находится ваша компания, в которой вот у меня открыт торговый счет? Наша компания находится в бизнес-центре «Северная башня», улица Лисковская, 10-33 офис. Какая улица Лисковская? Улица Тестовская, 10. А, Тестовская, я понял. Так. Вы вообще сами из какого города? Я в Подольске живу. Да, Подольске живете, замечательно. То есть, ну, какие наши все-таки сами дальнейшие действия? Вы в целом планируете активацию вашего торгового счета, либо вообще какие-то вопросы? Ну, конечно, у меня остались вопросы. А скажите, а еще тут, допустим, вот вы говорите, торговый счет, он открыт в вашей организации, да? А он вообще как-то застрахован, этот счет? Допустим, как будет происходить вывод средств с этого счета, проценты, как все вот эти вот будут начисляться, ну, отходить моему, скажем так, консультанту? Наша комиссия, как я вам говорил, это 30% от вашей заработанной прибыли, именно при вашем выводе. Угу. Вывод денежных средств будет осуществляться, ну, вы можете либо перейти на автоматический режим вывода ваших дивидендов, то есть, ну, указать просто финансовому аналитику период, за который вы хотите получать свою прибыль, в автоматическом режиме на вашу карту, либо вы просто самостоятельно привязываете вашу банковскую карту для вывода прибыли. Можете ежедневно ее забирать, если у вас есть на то потребность. Я понял. Скажите, а вообще организация ваша, вы находитесь там в Северной башне, да? А организация это вообще ваша где зарегистрирована? Она в России зарегистрирована? Да, это верно. А юридический адрес-то у нее какой? А для чего вам сейчас эта информация? Может, вы в машине какой-нибудь сейчас будете пользоваться нашей информацией, но нашим местом положения в своих целях? Подождите, как я могу пользоваться в своих целях вашим адресом? Я просто как бы хочу знать, кому я буду отправлять свои деньги. Это же логично, правильно? Вы же когда в магазин за колбасой приходите там или за, допустим, кружку вы какую-то покупаете, вы же кружку для начала посмотрите же, правда ведь, там со сколом она или без скола, правильно? Ну, логично. Ну, и я также хочу знать, кому я буду отправлять свои деньги, правильно? Денежки-то мои кровные, я же их заработал, я же не зря солярку сливал с грузовиков, правильно? Правильно. Да. Ну вот и я хочу как бы знать, что и кому я их вообще отдаю деньги. Понимаете? Просто тут смотрите, смысл. Вы не отдаете, вы их переводите на свой торговый счет. Вот вы торговым счетом. Я понял. Не отдаете. Но я не могу понять. Где, в какой организации будет открыт мой торговый счет? Поэтому я у вас и спрашиваю, ваш какой-то юридический адрес. Понимаете? Чтобы вдруг у меня возникло какие-то проблемы. Знаете, наше местом положение. Северная башня? Да, наш юридический адрес зарегистрирован по нашему местоположению. То есть бизнес-центр Северная башня, улица Тысковская, 10. Офис 33. Ну, я понял. Нет, просто я к тому спрашиваю, что некоторые бывают организации, они могут быть зарегистрированы. Сейчас, извините. Они могут, ты из электрички вышел, они могут быть зарегистрированы в других странах, и просто в России, если вы знаете, что вывод средств, допустим, с иностранных организаций на карту физического лица делает, соответственно, этого физического лица иностранным агентом, понимаете? А я иностранным агентом не хочу быть. Вот. Нет, я поэтому не просто волнуюсь, понимаете? За границей, за это можете, да, не переживать. Вот, я понял. Так вопрос-то все равно вот у меня остается открытым. Вы по моей фамилии открыли, зарезервировали счет. Правильно? Мы с вами зарезервировали ваше торговое место. Ну а вообще, как вот, допустим, все это будет происходить? Вот я, допустим, закинул, загрузил деньги на счет, да, 19700. Дальше-то я что с ними буду делать? Вот что дальше будет происходить с моими деньгами? Далее я передаю ваше дело в финансовый департамент. И уже с вами будет связаться непосредственно ваш личный финансовый аналитик, с которым вы будете работать.
И вы договариваетесь с вами, какое время вам будет удобнее коммуницировать, по ответом какой связи вы это будете делать, и уже начнете совместно с ним работать. То есть, ну, в основном ваша работа будет заключаться в торговле, именно на финансовом рынке. Я понял. Это, как я уже вам и говорил, это купля-продажа акций, также ставка на валютные пары. Ага. Скажите, а вот, допустим, акции мусороперерабатывающих компаний у вас есть? Ну, я могу, допустим, мне... Данную информацию? Да. Да-да. Ну, смотрите, более глубокую информацию, если, ну, у вас есть уже именно вопросы по акциям и, ну, в целом, каким образом это будет все происходить, я могу сейчас соединить с финансовым департаментом. Здесь проблемы, можете задать эти вопросы. Моя задача помочь в целом с активацией торгового счета. Если, ну, вы самостоятельно не можете с этим разобраться, да. В любом случае я вам с этим помогаю, подобрать терминал, чтобы вы могли это осуществить. Да и это терминал подобрать, это не великая проблема. То есть, ну, вот Сбербанк пошел, там деньги в него вонзил, и все нормально, как бы. То есть, ну, это не великая проблема. А в чем здесь Сбербанк вообще? Ну, я не знаю, вы же говорите про терминал, правильно? Я, у меня в голове сразу всплывает, да, терминал Сбербанка, правильно? Нет, но это не такой терминал, который вы думаете. Я вам подбираю терминал, чтобы вы могли со своего мобильного устройства, либо же компьютера, произвести пополнение вашего торгового счета. А у меня не получится произвести с телефона или с компьютера, потому что у меня нету Сбербанк онлайн. Я зарплату получаю наличными. Вам Сбербанк онлайн и не нужен. Хорошо, вы в целом клиентом какого банка на данный момент являетесь? Я не являюсь клиентом сейчас на данный момент никакого банка. Я зарплату получаю в бухгалтерии, в конверте. Я участник, работаю на самосвале. Так, я понял вас. Хорошо, но смотрите, в любом случае, для того, чтобы пополнить торговый счет, вам необходимо сделать себе карту. Платежная система Visa, MasterCard или Maestro. Соответственно, вы открываете себе карту, пополняете ее на 19 700 рублей, после чего я даю вам доступ к терминалу. Через данный терминал вы можете пополнить свой торговый счет. После этого пополнения я передаю ваше дело в финансовый департамент, то, как я вам оговорил. Ну, я понял, я понял. Так а счет-то мой вообще-то как-то будет застрахован, там, допустим? Вот. И еще вот, кстати, немаловажный вопрос у меня к вам. Допустим, если этот аналитик, допустим, ошибется в своих анализах, и я, допустим, потеряю все свои деньги. Такое возможно вообще? Я вам уже говорил, что ваша инвестиция будет застрахована. То есть это на тот случай, если, ну, вы самостоятельно решите торговать без помощи финансового аналитика. Либо же, ну, если действительно, ну, все такие люди, правильно, то есть, ну, никто от ошибок не застрахован в этом плане. Поэтому в любом случае ваша инвестиция будет застрахована. Я понял. В том случае, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы вы не потеряли свои деньги. А как происходит, хорошо, вот, уже хорошо, мне уже это нравится. А как происходит страхование? То есть я за страховку должен буду еще что-то оплатить, правильно? Нет, смотрите, о данной процедуре вам более подробно уже может рассказать именно финансовый аналитик. Это не входит в рамки моей компетенции, увы. Ну, я понял. Ну, Даниил, ну, соедините меня тогда с этим аналитиком. Я вот хочу с ним все-таки про счет поговорить. Хорошо, Алексей. Хорошо, Алексей, без проблем тогда. Оставайтесь на линии, сейчас вы соединем. Да-да, конечно. Ага. Алло, Алексей. Добрый вечер. Добрый. Присаживайтесь. Олег Владимир Снекрас, начальник финансового департамента компании «Газпром Инвест». Олег, простите, я просто по улице иду. Здорово, рад вас. Ну, здесь шумно, извините, я просто плохо расслышал имя. Олег же, правильно, да? Да, верно. Да, смотрите. У меня вопрос по поводу вот этого счета. Все-таки ваш коллега мне сказал, что на меня за мной зарезервировали вот этот вот торговый счет. Но я у него так и не добился ответа на вопрос, как по фамилии и имени можно зарегистрировать счет торговый. Просто, ну, мне не совсем понятно. Ну, может быть, у компании есть это право?
Нет, мне полномочия, это в принципе ее не интересны. Я просто хочу отчетливо понимать, куда я буду отдавать деньги. На какой счет я их буду ложить, понимаете? Может, я просто деньги дяде Васе в деревню отправляю. Спасибо за комментарий, повторюсь. Я скорее всего повторю слова аккаунт-менеджера о том, что пополнение своего счета, именно который открывает компания для вас какие. Я понял. А счет этот где находится? Понимаете? Мы работаем с канадским банком. Royal Bank of Canada, один из самых надежных в наше время. Все, хорошо. Банк канадский, правильно? С канадского счета, значит, я буду выводить деньги, правильно, на свою карту. Правильно я понимаю? Все верно. Идет дальше следующий вопрос, на который мне ваш коллега ответил абсолютно по-другому. В России, короче, если переводят деньги на карту физического лица с иностранного банка, это физическое лицо становится иностранным агентом. Вот я иностранным агентом быть не хочу. Как вот выйти из данной ситуации? Просто, ну, вы же в России же находитесь, правильно, в центре. Это я тут на периферии живу. Вы же должны знать все вот эти тонкости. Вы задали вопрос, мы по нему не разобрали, у нас есть официально. Давайте вернемся. Что вы сейчас сказали, если физическому лицу на карту приходит перевод Европейского банка, то с кем вы сказали? Иностранным агентом, да. Но сейчас же есть СМИ, иностранные агенты, да? Телевизору так сказали. Ну, конечно, а вы что, не верите телевизору? Я в Алексей даже не смотрю, если честно. Блин, ну вы зря. Не знаю. Ну, я бы сам поспорил, Алексей, потому что сейчас вот просто глядя, где находитесь вы, где нахожусь я, и вы смотрите телевизора, я нет, то, знаете, пожалуй, не зря. Да, не зря, а где я нахожусь? В Подольске? Вы же сами сказали, что в провинции. Ну, я в Подольске живу. Подольск – провинция, это Московская область. Здорово, я очень рад за вас. Ну, это классно, конечно, да, что мне приятно, что вы за меня рады. Но а в чем между нами разница, что я нахожусь здесь, а вы находитесь там? Вы чем-то лучше меня, получается, или что? Просто как-то... Алексей, какая-то дискриминация по жилищному принципу получается. Это факт, если вы не знали, в России существуют три страны. Москва, Питер и Россия. Если для вас это какая-то новость, я ничего с этим не делаю. И такая же вам да. Ну я понял. Ну значит я на краешке Москвы где-то живу. Ладно. Фу. Короче, получается, я могу не переживать по поводу того, что я буду иностранным агентом, правильно? Ну, как по мне, лучше, наверное, быть иностранным агентом, чем, ну, жить по стереотипам и, знаете, таким правилам России. Ну, я, в смысле, я уж извиняюсь, да, но предположу, да, что ваш заработок не превышает 40 тысяч. Предположу, я не уверен, что это так, просто предположение. Если я не прав, то это будет даже хорошо. Ну, да, вы не правы, это хорошо, что вы не правы. Слава богу. Да. Согласен с вами. Ну, опять же, вы понимаете, о чем я говорю. 90% примерно довольствуются доходом до 40 тысяч. И, как по мне, это ненормально. Это абсолютно ненормально. Абсолютно. А если рассмотреть ситуацию пенсионеров, это вообще проблема. Это вообще анонс. Ну, им сделали приятный, так скажем, бонус, да, я думаю, мы слышали новости о том, что сегодня-завтра им начисляют по 10 тысяч рублей разово. То есть не увеличивают пенсию на 10, а просто разово 10 тысяч рублей дают. Да, это я знаю, да, подкуп избирателей. Угу. Вот. Слушайте, ну хорошо, давайте, ладно, подождите. Одну секунду. Но вот 19 700, да, допустим, вот он мне сказал, надо вонзить на этот счет. Все верно, это эквивалент до 150 долларов с учетом комиссии терминала. Я понял. Он мне сказал, от 500 до, по-моему, 1000 рублей я буду в день иметь. Правильно вы? Верно, да, все верно. Я понял. А, хорошо, а допустим, если я, допустим, не 19 700, а 300 баксов, допустим, вот я кину. Мой вам совет, смотрите, Алексей, да, как я всегда делаю с инвесторами, которые, ну, более крупные, да, около в нашем бизнесе, я всегда говорю одно и то же. Начинайте с малого, начинайте работать, вы увидите прибыль уже сегодня, там, вечером, да,
и с аналитиком. Вы должны обсудить момент именно увеличения объемов и увеличения прибыли. Далее вам будет разработан личный индивидуальный бизнес-план, по которому вы будете работать, да, увеличив объемы до того уровня, который вам будет необходим. Потому что я не являюсь аналитиком, более четкую информацию предоставить не смогу, но это возможно. Я понял. Скажите, а вот вообще, допустим, вот пообщаться как-то вот с глазу на глаз можно с этим финансовым аналитиком? Может, у вас есть какие-то семинары, там, где будут люди, которые вот действительно зарабатывают деньги, просто чтобы я посмотрел, да, пообщался, допустим, с людьми? Да. Раз в семинар месяцы собираются, да, в Москве, и там уже по желанию инвесторов, кто хочет, приезжает, они проводятся, но они проводятся исключительно, опять же, ну, я думаю, это логично, для клиентов компании, для тех, кто с нами работает. Это, ну, как говорится, логично. Глаз на глаз у вас будет возможность встретиться, личная бизнес-встреча тоже предполагается. Описание именно уже бизнес-документов, да, с каким-то проектом инвестиционным, тоже имеется, потому что есть такие документы, которые невозможно подписать электронной подписью. Необходимо личное присутствие. И там уже либо аналитик вам в командировку вылетает на какой-то срок, либо же там, если по удобству, вы можете приехать. Приезжать уже по факту. Ага, я понял. То есть сначала, короче, надо стать вашим, как сказать, акционером, да, а потом... Клиентом, конечно. Клиентом, да. Иначе это никак не работает. Не работает. Да, ну что-то какая-то странная схема. Невозможно прийти, там, устроиться на работу и требовать тот пакет, ты требуешь там заранее плату больничного или еще чего-то, пока вы не являетесь даже там сотрудником или там работником. Это адекватно, и это везде. Ну что-то у вас какая-то, не знаю, система неправильная. Это как рот через жопу полоскать. Я извиняюсь, конечно. Ваша критика, она, конечно, уместна, но я думаю, вы прекрасно понимаете, что компания не будет реагировать на мнение того человека. Мы работаем по, опять же, отличию, да, и если там 100 человек говорят, что все им нравится и все устраивает, они работают, и один Алексей скажет, что его что-то не устраивает, то компания не будет говорить, что вас не устраивает только одного Алексея. Поэтому это же работа с тем, что есть проведена регламент, который был создан как раз таки именно клиентской базой. То есть люди говорили о том, что вот это нас не устраивает, и когда это говорит много людей, тогда да, мы уже прислушаемся и меняем это. А мнение одного человека сильно не учитывается. Ну, я понял. Ну да, конечно, семеро одного не ждут, да. И этот, так а что по поводу... Наверное. Да, по поводу страховки-то, я что, как раз я вот ему тоже вопрос задавал. Как будет происходить страхование моего счета? Вот, допустим, если мой счет кто-нибудь... На начальном этапе... Да, да. На начальном этапе, да, вы как новичок, у вас идет бесплатная страховка на один месяц. Да, для того, чтобы вы не переживали за вас припадками, что-то может случиться и так далее. Во-вторых, уже далее страховку вы можете приобретать. Она платная, да, ну, как я думаю, понимаете, да, как любая страховка, она оплачивается. Ну да, далее, да. Опять же, вам финансовый аналитик объяснит, как это правильно работает. Так, ну, может быть, мне нужно куда-то подъехать, почитать условия страхования как-то. Нет, может быть, вы мне на WhatsApp в формате PDF скинете. Алексей, мы работаем с АИК, это American International Group, это страховая компания, с которой мы работаем. И я думаю, вы заметили, да, именно, если брать какие-то банки или системы, да, страхования у нас, они все европейские. Потому что, ну, у них условия получены, вы понимаете, да, там подписано... Ну, Америка не Европа. Америка не Европа, я просто вас хочу разочаровать. Я понял. Ну, короче, почитать документ тоже нельзя, там, по страховке, как-то, да, как на каких условиях вообще я буду застрахованы мои деньги в вашей компании? Ну, очень просто, в случае форс-мажора, либо какой-то, ну, непредвиденной ситуации, вам страховка возмещает полностью весь ущерб, нанесенный вам, либо вашему страховому счету. Вот супер, вот я хочу узнать, какие обстоятельства форс-мажорные могут произойти с ней, понимаете, вот с этой суммой, понимаете? Все очень просто, ведется торговля, и есть моменты, да, когда, опять же, работа аналитика подразумевает собой, что, если, допустим, вы работаете по индивидуальному бизнес-плану, форс-мажор – это то, что не предвидится. То есть, стихийные бедствия, вулканы, извержения, которые там начали, какую-то компанию, в которой вы собирались акциями компании работать, и это привело к тому, что пошел обвал по рынку. В этом плане вы застрахованы. Если брать именно ошибку, допустим, аналитика, то вы застрахованы в самой этой компании, потому что компания не всегда ответственность за своих сотрудников. И если ваши деньги потеряют наш аналитик, то это также будет возникнуть ущерб уже самой компании. То есть страховой, она допустим, что-то сделать, в лучшем времени все ответственности не будет. Но такого, честно говоря, никогда ни разу не было, потому что при работе с клиентами идет полное, опять же, ну, сожжение, то есть вас окружают специалисты, которые вам помогают и всегда всячески подсказывают. Допустить ошибку вам как клиенту, вклипнуться и забыть. Главное, не старайтесь, потому что я в вас верю. Вы в меня верите, да? Я тоже в себя верю. Спасибо. Так.
Так, так. Еще какой-то вопрос у меня крутился. Блин, я что-то забыл. Забыл. А, вот про верификацию он мне, ваш коллега, говорил. Вот смотрите, я теперь у вас спрошу. Вот я на сайте оставил только фамилию, имя, отчество. Вот, и номер телефона. Да. Вот вопрос. Он не говорил, что он меня будет верифицировать как клиента по паспортным данным. Но я же паспортные данные никакие не оставлял. Понимаете? После активации вашего торгового счета, первым пунктом обязательно вы проходите этап верификации с банком. Так как, опять же, мы работаем с банком, вас личность необходимо подтвердить. Ага. Для этого, опять же, проходит эта процедура. То есть вам необходимо будет отправить на почту вашему мейлику две страницы паспорта. Это последняя страница и страница с пропиской. Обязательное условие. В размерах обидеться были видны все четыре уголка. Данные после прохождения верификации вы подписываете уже договор с личным управлением, да, который передаете во владение аналитику либо компании, и там уже прописываются пункты именно потери средств, если там, опять же, это будет судить. Даже есть еще момент индивидуальности, то есть данные документы вы с вашим аналитиком будете отчасти, ну, наверное, разбирать. Если какие пункты вы хотите изменить, убрать или добавить, вы имеете на это полное право. Ага, я понял. Так а все-таки, значит, тогда получается счет, где будет у меня открытый? У вашей организации или в канадском банке? В канадском банке. Ну, если вы спрашиваете, я просто спрошу, сначала, извиняюсь. Ну, я про счет спрашивал. Просто коллега ваш говорил, что будет счет у вас в конторе открыт. И вы мне минут 7 назад об этом говорили. Просто что-то как-то... Компания открыла счет в этом банке на ваше имя. Так. Объясняю, то есть компания является посредником между банком и вами. Так, ага. Алло. Алло. Ну, еще вопрос. Короче, компания посредник между мной и банком. Да, и мы ответственны за всю деятельность и работу, так как мы получаем все 10%. Это точно законно, ответственность с банком. Ну, я... А банк зарабатывает на комиссии, на переводе и снятии. Вы же каждый раз платите банку за его функционал, а его функционал заключается в том, что он пополняет, снимает и на это берет комиссию. А сколько, допустим, вот я буду пополнять, снимать, и сколько будет комиссия банка? Ну, смотрите, объясню вам. Я, честно говоря, точно процентную ставку сейчас вам точно не скажу, но по конверту валюты. Смотрите, 250 долларов у нас на нынешний день, это сумма 18 300 рублей. Для пополнения счета... 50, помните, вам говорили, 19 700, то есть 1500 рублей, это примерно комиссия самого банка. Ага. Вот только не зарабатывают с каждого перевода на счет, со счета и так далее. Ага, я понял. То есть, короче, я буду платить полторашку банку, полтора косаря, значит, и 10% еще вот этому вашему аналитику, да? Ну, что-то грабительский какой-то процент. А что у вас для постоянных клиентов? Там нету какой-нибудь скидки, там, потом, я не знаю, там на 8 потом процентов перейти? Давайте так, коллеги, когда вы дойдете до постоянного клиента, я лично с вами свяжусь и выясню этот момент специально для вас. Но пока вы стоите у подножия горы, а уже спрашиваете, что на верхушке. Не, ну, естественно, ну как же, я же должен рассматривать какие-то перспективы. Так, перспективы они есть по-любому, если вы дойдете до этапа, когда можно будет обсуждать постоянного клиента, опять же, я вам говорю, я вам лично с вами свяжусь. Еще этот момент, когда я обсужу и выясню, можно ли для вас выделить будет. Не то, чтобы защитить, ну хотя, опять же, честно, я вот заметил тенденцию, люди, когда начинают работать, для них вот да, на начальном этапе грабеж. Далее, когда вы начинаете работать и получаете дополнительный доход, да, каждый день, ну для вас это уже не является грабежом, потому что вы уже как минимум свой капитал увеличиваете. Поэтому жаловаться на это вы не станете, потому что вы будете чувствовать, да, вот уютный комфорт, который тут есть, и будет не на что жаловаться. Поэтому это все время, так как опять же вы находитесь у потолки. Ну, я понял. И далее вы будете двигаться, ну, встречать какие-то вот преграды, что-то будет вам непонятно, что-то тяжело, но это как и альпинизм. Если человек не будет даваться, он доберется. Ну, я понял, я понял. Ну, вы не могли бы меня обратно перевести на Даниила? Мы будем тогда сейчас, я с ним побеседую, мы будем искать терминал для оплаты, и карточку мы сейчас тоже найдем, на которую будем грузить бабосики. Хорошо. Все, давайте, я жду Даниила тогда, да, на трубочке. Да, есть, ага. Мне тоже очень приятно, Олег. Thank you.
Алексей? Да, Даниил. Да, это Даниил Яковлев. Вернулся ко мне звоночек обратно. Подскажите, о чем договорились? Все ли уже узнали? Да, да, все узнали. Вот единственное, только что я у вас теперь опять хочу уточнить. Так счет будет у вас в организации открыт или все-таки в канадском банке? А, в первую очередь он открыт в нашей организации, но он привязан к канадскому банку. О, блядь, как. Вот это дело. Я понял. Я понял. Ну, короче, и этот. Документы, я так понимаю, нельзя, да, для начала никакие посчитать, да? Почитать, да, ознакомиться с таким. Я вам уже объяснял, что на данный момент вы не являетесь нашим клиентом. Предоставление вам документов, да, то есть, ну, это как минимум опасно для нас. Потому что вы можете воспользоваться ими своей идеей. Ну как я могу с телефона воспользоваться вашими документами? Вы мне на WhatsApp пришлете, что я их распечатаю, что я с ними буду делать? Что опасно для вас? Алексей, к сожалению, были уже подобные случаи, когда потом мы общались с тем, что ну, появлялись какие-то мошенники. Здесь уже от нашего имени. Ну я понял, ладно, хорошо, смотрите, ситуация такая, у меня карточки нет, карточка есть, допустим, у моей супруги, если, допустим, с ее карточки взять, допустим, деньги за положить, загрузить на счет, на ваш счет в канадском банке. Ну, как бы это реально? Нет, просто... Вы можете осуществить пополнение торгового счета с карты вашей жены, но, к сожалению, процедуру верификации вы тогда пройти не сможете, потому что активация была проведена именно с карты вашей жены, если данные будут так титулировать. Поэтому проще всего вам, конечно, будет сделать уже 3 отдельную карту. Времени это много не занимает в целом. Вы можете себе открыть ту же карту, допустим, в отделении Сбербанка. Ну, есть у меня карта, она есть, я понял, но у меня есть карта. Она просто за шкаф упала там, и не хочется шкаф открывать, там просто цивилизация другая уже образовалась за шкафом. Его не отодвигали полтора года, поэтому... Алексей, я думаю, это будет для вас гораздо проще, нежели чем пойти открывать новую карту. Ну да, все логично, конечно, да. А вот скажите, вывод средств, допустим, да? Мне, чтобы выводить средства с вашего счета в канадском банке, мне же нужно будет, наверное, какое-то приложение же, правильно? Типа как ВТБ онлайн, Сбербанк онлайн, правильно? Я же должен как-то видеть, сколько у меня там, Алексей, допустим, денег. Что касается вывода ваших денежных средств, вам об этом уже более подробно расскажет ваш финансовый аналитик. Я повторюсь, моя задача помочь вам именно с активацией вашего торгового счета, подобрать вам терминал и предоставить к нему доступ. Я понял. Ну хорошо, а с финансовым аналитиком-то я сейчас могу побеседовать? Может быть, мне, допустим, будет неудобная схема, которую он мне предложит, а деньги я уже на ваш счет загрузил. Понимаете, то есть, ну, как бы вот... Он вам предложит ту схему, которая будет наиболее удобна для вас. Поверьте, в данном случае мы довольно-таки клиент-ориентированы. Я понял, Даниил, я понял. Ну, не знаю, я что-то не убеждает меня ваши разговоры. Чувствую я какой-то запах такой вот наебаловым пахнет немножко, мне вот кажется, все-таки. Потому что документы читать нельзя, а аналитик все предложит. Как-то, ну, я не знаю, сомнительно как-то. И счет ваш в канадском банке. У меня тоже есть, так скажем, регламент моей работы. У меня есть определенные обязанности, есть определенные полномочия. То, что входит в рамки моих полномочий, я вам это предоставляю. И говорю, что конкретно я для вас могу сделать. Ну, может, я понял. Работы в дальнейшем. Вы будете работать, как я говорил, уже с финансовым аналитиком. Я вам его буду собирать. Ну, может, вы мне на семинар все-таки проходочку какой-нибудь бейджик-то организуете? Ну, чтобы я как бы там, вроде как свой человек, но такой вот начинающий, вот сомневающийся. Алексей, вы поймите, что на данный момент вы не являетесь клиентом. Только я вам про то и говорю. Вот вы можете как-то для меня договориться? Я вас отблагодарю, допустим. Ну какие правила, ну какие? Алексей, вы поймите, что у нас все разговоры записываются, поэтому в любом случае я не могу реагировать на ваши такие предложения. А, потому, по поводу отбора. Потому что есть определенный регламент, вы примите. Я понял.
Я понял. Ну не знаю, я что-то сомневаюсь, что-то не убеждает меня. И счет так, у вас. Именно вы сомневаетесь, Алексей. Ну я бы хотел, допустим, вот сходить на семинар, пообщаться с людьми. Ну вот я просто вот свои мысли, да, говорю, пообщаться с людьми, там, посмотреть, сколько они зарабатывают, как они зарабатывают, да, то есть увидеть живых людей, понимаете? Но вот мы с вами беседуем, и получается так, что документы посмотреть нельзя, с аналитиком пообщаться нельзя, как-то что-то ничего нельзя. Мне вообще как-то прям ставите такие условия, что ты, мол, бабки загрузи там, да, на наш счет в канадском банке, мы посредники и все. Вот, ну, как бы я не знаю. Еще и коллега ваша дискриминирует меня по жилищному принципу. Якобы я недочеловек, живу в Подольске. А он там сидит в высокой башне в 33-м офисе. Кто вам такое сказал? И, ну, кто вас дискриминировал по вашим жилищным условиям? Ну вот он сказал, что я типа живу в Подольске, а он типа в Москве в высокой башне сидит. Да, он еще так, с таким этим. Кто вам прям вот так вот сказал? Ну он намекнул, да, на это, что типа ты молчмо в Подольске живешь, а я в высокой башне сижу. Ну, я, во-первых, проверю эту информацию. То есть, ну, я прослушаю разговор, именно тот, который у вас состоялся уже с начальником финансового департамента. Во-вторых, давайте все-таки больше будем по делу. Ну, да. Ну, короче, ну, ладно, все, я понял. На данный момент, какие ваши действия? Выберите карточку со шкафа все-таки, либо пойдете открывать новые? Блин, ну, шкаф надо отодвигать, это я сейчас там убирать надо, просто искать. За шкафом. Ну, это гораздо, я думаю, будет проще для вас, нежели пойти открыть новую карту. Ну, на сегодняшний вечер вы с этим справитесь? Ну, я постараюсь, я подключу все силы к этому. Но я не знаю, но мне все-таки карточку, ладно, достать не проблема. Ну, ну, хорошо, ладно, я понял. Но все равно, что-то я не знаю, я сомневаюсь. Потому что что-то ничего у вас нельзя ни почитать, ни посмотреть, как-то все это странно, и не знаю, я просто боюсь, допустим... Вы сомневаетесь, потому что, ну, для вас это что-то новое. Понятное дело, что, ну, вы не знаете, что ожидать, но вы никогда с этим ранее не сталкивались. Вот вы один раз уже с этим столкнетесь, увидите действительно своими глазами, как это все работает, ощупайте свою первую прибыль, я думаю, тогда у вас все сомнения отпадут. Да я вот, кстати, сталкивался с этим. Я на трассе одному солярку продал, он мне сказал, я тебе деньги на карту переведу. Он до сих пор переводит, а это было 2 года назад. Как я не сталкивался? Вот здесь такая же ситуация. Ты мог... ваш пример соляркой, это как бы, ну, уже нельзя сопоставить рядом, понимаете? То есть, ну, ваша незаконная деятельность с соляркой. Почему она незаконная? Я не воровал солярку, я лишнее просто взял. Алексей, вы мне уже до этого говорили, что вы воровали солярку, поэтому, ну, к сожалению, в данный момент, ну, каким образом я могу вам поверить, лично это ваша была солярка, или же вы все-таки ее своровали? Я не воровал солярку, это просто остатки, если бы я их не слил, мне бы урезали норму. Поэтому солярка не ворованная. Алексей, вы мне в начале нашего разговора еще сказали, что вот вы сливали солярку. Ну, естественно, я ее сливал, лишнюю солярку, да, было дело, но я искупил вину, я... В церковь ходил. Каким образом у вас солярка могла оказаться лишней, Алексей? Ну что вы мне сказки какие-то рассказываете? Почему я вам сказки рассказываю? Машина... Это все устроено, понимаете? Машина еле жирает на 100 километров 43 литра. Норма 51 литр. Вот, пожалуйста, до Краснодара доехал, 100 литров осталось. Приблизительно так вот, если посчитать. Ну ладно, короче, где? Но это не означает, что вы можете их просто взять и приватизировать себе, правильно? Ну ладно, давайте мы от солярки, короче, отойдем обратно в сторону торговых счетов, вот этой всей, вот этого всего. Хорошо, Алексей, давайте тогда более конкретно. Сегодня за вечер вы занимаетесь уже вопросом со своей карты. Давайте, не знаю, пришлите мне какие-нибудь документы в формате PDF, потому что я чувствую, что на обман, жесткий причем обман, что я отправлю деньги в деревню дедушки. Да. Алексей,
вы слышали то, что если я вам предоставлю документы, то, ну, как минимум, я получу пожарки от своих руководителей. А вы слышали, что я сомневаюсь и боюсь отправлять кому-то свои деньги? Вы об этом слышали? Нет? Это же логично. Я вам приводил пример с кружкой. Хорошо, Алексей, какой именно документ вы хотите в таком случае, я не могу понять. Ну, я не знаю, какой-то хотя бы набросочек какого-то документа. Мне не важно, там, чтобы там были какие-то ваши там секретные реквизиты или просто что-то еще. Там, допустим, какой-то страховой договор, на каких условиях будет застрахован договор, в каким реквизит этого банка канадского, в который вы, на который вы ссылаетесь, что он якобы то у вас в конторе счет открыт, то в канадском банке, то у посредники. Что-то, не знаю, вот хотелось бы вот этот вот проверить эту информацию. Хорошо, Алексей, но также я могу вам предложить просто вариант, да, вы можете пополнить свой торговый счет на $10 и своими глазами увидеть, куда приходят ваши деньги. Я вам предоставляю доход к терминалу и к торговому счету. Вы пополняете свой торговый счет на $10 и сразу же видите на своем торговом счету пополнение. У вас такой вариант устроит? $10? Ну, не знаю, скромно что-то совсем. Банально, вы можете просто проверить. Ну, банально, да. Ну, скидывайте номер счета на WhatsApp мне, и я сейчас закину бабки. Алексей, вы меня слышали? Я вам предоставляю доступ к терминалу, и вы будете пополнять через данный терминал свой торговый счет. Ну, как, в смысле вы мне предоставляете доступ? Я просто не совсем понимаю формулировку. Ну, предоставляйте, хорошо, да, да. Я вам отправляю ссылочку на термин. Угу. Вы по ней проходите и попадаете уже конкретно на терминал, где вы можете пополнить свой торговый счет. Либо на $10, на 20, на 50, на... Алло. Алексей, вы меня слышите? Да, да, у вас там что-то упало на кафель. Нет, Алексей, мне ничего не падало. А, ну значит не показалось. Я в целом не на кафеле, а на ламинате нахожусь. А, на ламинате. Не, просто звук такой, как будто что-то на кафель упало. Может, вы кружку разбили, не знаю. Хорошо, ну. Алексей, давайте все-таки ближе к телу. Мы с вами, ну, довольно-таки долго уже общаемся. Мне также есть работа, я прошу прощения. Да, у меня уже рука, да, уже рука устала, да. Давайте все-таки, вы сегодня вечером разбираетесь со своей картой, завтра мы с вами попробуем, но пополните свой торговый счет на $10, если вы настолько не доверяете, ну, по крайней мере, уже увидите это своими глазами. Договорились? Ну, не знаю, ну, давайте, наверное, буду думать все-таки. Ну, предложение, конечно, заманчивое, но все-таки что-то наебалом пахнет. Алексей, давайте все-таки, вы своими глазами сначала увидите, потом будете делать какие-то выводы. А завтра у меня будет свободное окно с 11 до 12 часов дня. Вас устроит такое время? Я с 11 до 12 часов дня, у меня тихий час, я сплю. А на работу вы когда ходите? Ну, я на работу к 7 утра езжу. Вы на работу к 7 утра ездите? Ну да. А, и у вас потом на работе тихий час, до 11-12. Ну, обеденное время у меня, это я просто так называю. Я понял. Хорошо, Алексей. Ну, я думаю, вы же не все время находитесь, ну, так скажем, за приемом пищи. Поэтому давайте в это время я вам наберу, от этого уже будем отталкиваться. Договорились? Ладно, да, хорошо, ага. Все, Алексей, тогда договорились. До завтра, до связи. Ага.